процесс можно наблюдать до бесконечности. Вот таким образом все выкладываем. Сначала яблочки вниз кладу, потом еще бананчики буду класть. Сейчас будем тестом заливать. Так, теперь берем тесто и начинаем заливать. Половину вот этого теста будем заливать. Только на одно тело, смотри. Ну, таким образом, короче, катимся, катимся мы, ребята. Оно прям нежное, нежное, очень бисквитное получилось. Прям потрясающее. Вон там она находится. Дальше отеля, получается. Копов нет, никого рядом нет. На тачке кое-как еду. Все окей. Так, половиночку оставим пока. Надеюсь, автомастерская открыта. Запускайте меня. Запускайте. Можно распределить потихонечку. Кое-как доехал. Ремонт 0 баксов, потому что по-братски, так сказать. Чилим. Лучше лишний раз не трогать это тесто, потому что оно бисквитное, оно может сдуться. Так, следующий слой у нас бананчики будут идти. Так, вот слой следующий, бананчика идет. Тесто залили, бисквитное, воздушное. Дальше положили бананчики и сверху опять тестом заливаем. Давай потестим эту тачку. Такой некий тест-драйв. Как она разгоняется от 0 до 100, друзья. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. 4,5, ребят, до соточки, но это без лаунча. Можно попробовать сейчас его сделать. Давай сейчас. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Тесто прям бисквитное, воздушное, обалденное вот получилось. Чудо, покуриваем, что ли? Мам, что? Чудо, чудо, чудо.